прибыла, раз... Это что такое? А это что такое? Чего бы мне еще такое придумать? Эй, Кри-Кри, ты кто такой? Я говорящий сверчок. Живу в этой комнате больше 100 лет. Теперь я здесь живу. Убирайся отсюда. Ах, Буратино, брось баловство и завтра же начни ходить в школу. В школу? Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. Почему? Потому что у тебя еще маленькая, очень глупая деревянная голова. Ух ты, 100-летняя букашка-таракашка! Больше всего на свете я люблю ужасные опасности и страшные приключения. Жаль мне тебя, Буратино. Дырку нарисованный, а за холстом какая-то дверца. Шиша! Здравствуйте! Вы кто такая? Шакрыса! Шушера! Ну, я вижу, что вы шушера! Можно схватить вас за хвост? Сейчас же забудь, что ты видел за этим разор. А я видел дверцу, потайную дверцу. Тише. Схватил за горло. Ай-яй-яй, папа. Я здесь, малыш. Проклятая крыса шушера пошла вон. Ну, вот видишь, до чего доводит баловство. Ты, наверное, таскал ее за хвост? Так я же не нарочно. Не нарочно. Ну, садись за стол и ешь на здоровье. Как вкусно. Пап Карло, я буду умненькой, благоразумненькой. Хорошо, малыш. Говорящий сверчок велел ходить мне в школу. О, славно придумано, малыш. Папа Карло, а где твоя куртка? Куртку-то я продал. Продал, Буратино. Обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Папа Карло, ты ужасно добрый. Я ужасно хочу быть таким же, как и ты, папа Карло. Я пойду в школу, выучусь, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток. Хорошо. Хорошо, Буратино, что у тебя доброе сердце. Очень хорошо, сынок.